15 сентября. День Маманта. Мать-кормилица греческая. В этот день почитали память мученика Маманта и его родители Руфины и Феодота. Родители его были людьми знатными, но во время гонений сторонников христианской веры их заключили в темницу, где оба умерли. Перед смертью Руфина родила ребенка, которого поручила Богу. Маманта вырастили христианином, дали хорошее образование. У него был талант красноречия. Он стал проповедником и многих обратил в веру. В народе Маманта называют овчарником, и все потому, что когда правитель узнал, что он противник языческой веры, его пытали, а потом попытались утопить в море. Но его спас ангел, принеся на пустынную гору. На ней он постился 40 дней и 40 ночей, и сошел к нему с неба голос и жезл. Там построил он небольшую церковь и молился в ней. К святому Маманту собирались из пустыни звери, как овцы к пастырю, и словно существа разумные, слушали его и повиновались ему. Пищей ему служили молоко диких зверей, из коего он изготавливал сыр. Сыра было много, и он раздавал его бедным. Поэтому Маманта считают покровителем овец и коз. В этот день старались уделить всем домашним животным максимум внимания. Чистили хлев, меняли подстилки, конопатили щели, утепляли стены и крышу, окуривали хозяйственные постройки ароматными травами. А чтобы защитить скотину от проделок нечистой силы, крестьяне раскладывали по углам сухой вереск. Эта трава считалась надежным оберегом от всякого зла. Кстати, сегодня нельзя выгонять утром скотину, иначе беду можно накликать. А скотина может заболеть и даже умереть. Да и сам день в народе считался несчастливым. На столы сегодня рекомендовали подавать блюда, приготовленные из козьего молока, творог, сыр и иные. Продолжались праздничные гуляния. Приметы. Если сегодня красный закат, скоро ударят первые морозы. Дождь идет сегодня к сухой осени. Много росы при безветренной погоде к теплой и ясной осени. Если в хлев подвесить собственную ношенную обувь, то скот никто не сглазит. Нельзя в этот день начинать новые дела, делать покупки. Все это не к добру. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал. Поставьте лайку. Дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.